Итоги насыщенных дней фестиваля школьных учителей были подведены в актовом зале Елабужского института КФУ. Участники выразили благодарность модераторам из разных уголков России и зарубежья. Хотел бы отметить, что с большим энтузиазмом приходят участники фестиваля. Как модератору мне это очень приятно. То есть групповая работа, которая запланирована, прошла очень успешно. Я стараюсь привозить материалы практического направления, которые участники фестиваля могут применить уже у себя в школе. Интрига фестиваля стала вручение главной награды – диплома номинации «Самый активный участник фестиваля». Этот почетный приз получила учитель русского языка и литературы гимназии номер 22 из города Нижнекамск Динара Котляр. Она стала абсолютным победителем 9-го международного фестиваля школьных учителей. Я благодарна всему руководству университета за то, что организовали такой фестиваль для учителей. Это возможности для проявления своих творческих способностей. В принципе, не прилагала особых усилий. Просто была сама собой, участвовала в мастер-классах. Ну и вот такой результат получился у меня. Не обошлось и без традиционного вручения путевки на следующий фестиваль школьных учителей из рук ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова. По окончанию фестиваля педагоги получили сертификаты о повышении квалификации, а также десятки идей для своей профессиональной деятельности. Эльсина Тимерова, Сирена Иванова, Денис Сипайлов, Универньюз.